Узбекско-таджикские торговые связи в последнее время выходят на принципиально новый уровень. Об этом говорит растущее количество совместных проектов по самым разным направлениям. И такая тенденция только усиливается. Вот еще один пример. В Ташкенте прошел узбекско-таджикский бизнес-форум. В рамках мероприятия прошли двусторонние встречи в формате B2B. Интерес к данному мероприятию столь велик, что принимающая страна даже рассматривала альтернативные варианты зала, предполагая, что этот может не вместить всех желающих. Неоднократно подчеркивалось, что тон, заданный руководителями двух государств, позволил вывести на доверительный уровень отношения между Узбекистаном и Таджикистаном, придать им принципиально новое качество и близкую степень взаимодействия. Больше 900 тысяч человек пересекли границу, когда два лидера наших стран открыли границы двух стран, и сегодня к этим 900 тысячам прибавилось 250. Эти 250 составляют такую большую силу от таджикской стороны. Вы привели всех министров, все правительство, наших уважаемых бизнесменов из Таджикистана. Отмечалось, что в первой половине текущего года взаимный товарооборот между нашими странами вырос на 35% и составил 160 миллионов долларов. Однако, учитывая имеющийся потенциал путем поставок востребованной продукции, планируется довести двусторонний товарооборот к 2020 году до 500 миллионов долларов. Благо, все возможности и необходимые условия для этого имеются. Географическая близость, открытые общие границы, низкие транспортные издержки при поставках, а главное, действующий режим свободной торговли. Наша страна призвала таджикские компании активно использовать механизм финансирования торговых операций на сумму до 100 миллионов долларов, предоставляемые узбекскими банками. Это позволит достичь желаемой отметки взаимного товарооборота. Отмечалось, что отечественные предприятия могут увеличить поставки в Таджикистан современных легковых автомобилей, сельхозтехники, стройматериалов, продукции химической, электротехнической и текстильной промышленности. В ходе обсуждения важных вопросов дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества определение наиболее актуальных направлений партнерства лейтмотивом звучало, что для обеих сторон это важно и весьма перспективно. На повестке дня стоят вопросы диверсификации структуры взаимного товарооборота. Большие возможности имеются для совместного освоения огромного потенциала двух стран в сфере транспорта, энергетики, логистики и туризма. Особо актуальным становится вопрос повышения конкурентоспособности наших экономик. Преимущества, которыми обладают наши страны, позволяют нам добиться этого путем реализации совместных инвестиционных проектов в перспективных сферах экономики, как металлургия, перерабатывающая промышленность, химическая, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, а также производство строительных материалов. Затем состоялось подписание контрактов и меморандумов, направленных в частности на расширение партнерства в финансовой сфере, энергетическом и промышленном секторах, электротехнической отрасли и пищевой промышленности. Документами также предусмотрено открытие торгового дома и создание совместных предприятий. А обсудить все детали предстоящего сотрудничества позволили прошедшие далее встречи в формате B2B. Два года тому назад у нас даже в мыслях не было, что вот будут такие отношения, будем так свободно приезжать в Узбекистан и подписать контракты. Предприятия, которые сейчас мы запускаем в Таджикистане, это будет совместно таджикско-узбекское предприятие по производству житва обоев. В рамках форума было подписано 11 соглашений на 103,3 миллиона долларов. И эта сумма не окончательная, поскольку переговоры между деловыми кругами двух стран продолжаются.